этот жакет связан поперек. Что это значит? Начало у нас начинается с полочки. Вот так расположено вязание. Регланная линия вяжется частичным вязанием, рукав, спинка, второй рукав и снова полочка. При таком вязании есть много разных достоинств. Одно из самых серьезных достоинств – это вязание любого размера. Посмотрите, мы вяжем в длину. Это ширина изделия. Мы можем вязать сколько угодно, самые большие размеры. Следующий вопрос встает, а как же сделать этот расчет на любой размер? Мы берем для нашего размера и условно у нас есть, допустим, эта спинка. Это может быть и перед, здесь просто будет горловина. У нас задан какой-то размер здесь, ну, допустим, 60 сантиметров. В длину у нас здесь тоже есть какая-то длина. Мы можем снять эти мерки с нашего какого-то уже готового изделия, которое хорошо сидит. Допустим, у нас здесь 30 сантиметров. Сейчас я просто все это условно. Еще одна мерка нам нужна. Это вот мерка по горловине. Мы возьмем условно, что у нас здесь 10 сантиметров. Смотрите, что получается. Если у нас всего 60, 10, то 60 минус 10 остается 50. Значит, здесь 25 сантиметров, здесь 10 и здесь 25. И вот у нас уже есть мерки. У нас уже есть треугольник, в котором 25 сантиметров основания и 30 сантиметров высота. Вот такой у нас есть треугольник. 25 и 30. И все, что теперь остается сделать, это рассчитать, с каким шагом вязать эту регланную линию. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, у нас в курсе есть целый модуль, несколько уроков, где мы смотрим, как эту линию подогнать под свои размеры. То есть у нас эта линия может быть, допустим, одна петля, два ряда, она может быть две петли, два ряда, самое разное. И если у нас, допустим, здесь 30 сантиметров и тут 30 сантиметров, да, то у нас был бы просто 1-1, правильно? Если у нас другие мерки, значит, мы можем эту линию как-то изогнуть под каким-то углом. Сейчас я, не вдаваясь в подробности, рассказываю просто сам принцип расчета чертежа для поперечного вязания. То есть любой размер, какой у нас есть, допустим, не 60 здесь, а 70 сантиметров, то уже здесь будет 30 и 30 и так далее. Это действительно основное преимущество поперечного вязания, что мы можем вязать любые размеры.